Этой весной жители Бреста могут наблюдать настоящее преображение проезжей части по улице Газдетского. Прежний асфальтобетон не заменялся с конца 70-х годов и был в плачевном состоянии. Водители вздохнули с облегчением. Наконец-то! На смену ямам и выбоинам приходит новое и ровное дорожное покрытие. Улица Газдетского – это был один из наиболее проблемных участков этой зимой. То есть из-за разрушения, которые произошли, практически было чуть ли не парализовано движение, пришлось применять всю зиму, мы подсыпали асфальтогранулятом и как могли содержали эту улицу. И как только позволили погодные условия, еще начало весны, мы сразу приступили к работе по ремонту. После фрезерования специалистам дорожно-эксплуатационного предприятия необходимо было изменить продольные и поперечные уклоны, чтобы в будущем избежать застоя дождевой воды. Для этого проводится работа по укладке значительного выравнивающего слоя. В автомобилях, самосвалах подвозится из завода готовая горячая асфальтобетонная смесь для дальнейшей подачи в асфальтоукладчик. И производим укладку. За укладчиком идут следом катки для уплотнения смеси. Всего на этом участке замене подлежало 11 250 квадратных метров дороги. На эти цели из городского бюджета было выделено 750 тысяч белорусских рублей. Кроме того, на данной улице было произведено обустройство трех парковочных стоянок. И устройство двух новых автобусных остановок. К настоящему моменту также заменен весь дорожный бордюр, а подготовительные работы находятся на завершающей стадии. Впереди укладка верхнего слоя асфальтобетона, который будет надежно служить автомобилистам долгие годы.